В Москве открылась выставка научного искусства. Художники пофантазировали на тему квантовой физики, искусственного интеллекта и наглядно показали, что наука — это не только интересно, но и красиво. Погружался в мир технологий Витя Алексеев. Если честно, я вообще себя здесь ощущаю не в своей тарелке, потому что я даже не могу разобраться в том, что написано на табличках к работам. Вот как фотоны в квантовых системах удерживаете свои идеи и цели. Как это понять? Надо было все-таки в школе физику учить, а не по физкультуре пятерки получать. Работы в цифровом и физическом формате. С каждой можно тактильно взаимодействовать, изучить с помощью аудиоподсказок и даже оживить. Мелания из Смоленска привезла коллекцию графических коллажей. Свои шедевры создает больше 5 лет с помощью фотоаппарата и нейросетей. Вот это одна из моих любимых. Что она вообще характеризует? Отхождение просто. Если бы это было все ровно, это было бы... А у вас третья рука здесь. Тут и третья рука, и как бы голова сдвинута. Полина представила работы, посвященные квантовой физике. На реализацию идей потратила несколько месяцев и не один тюбик суперклея. Есть фонарик, благодаря которому мы можем сами запустить квантовый скачок. Когда мы светим на работу, мы можем видеть, как электрон, перемещающийся по орбитали, совершает квантовый скачок. Это то, благодаря чему существует свет солнца, костра, свет лампы. У вас по физике в школе пятерка была или... Нет, физику я не знала совершенно. Еще художники устраивали перформансы, порой очень странные. Спасибо. Спасибо. Местами пугающие. А вот здесь вы можете наблюдать колыбель цифровому малышу. Вот, собственно, сам красный малыш, весь в проводах, и рядом с ним девушка, которая поет ему песни. Если честно, похоже на утро в очень странном караоке. А что-то совсем не поддавалось объяснению. Ребят, я, если честно, не понимаю, как в таком бардаке можно слушать такую прекрасную музыку. Посетителям научное искусство пришлось по душе. Некоторых даже вдохновило. Я бы, наверное, что-нибудь придумал про фантастику, про путешествие во времени, про долголетие, про киборгов, про всякие импланты и что было бы, если бы человеку дали бы возможность жить дольше. Пошли сдувать пыль с учебников и на всякий случай готовиться к следующим выставкам. Витя Алексеев, Артем Ласочкин, Новости пятницы.